Брестский республиканский союз молодежи существует не просто так. За все время своей работы активисты и волонтеры сделали немало хорошего. Активисты с успехом участвовали в творческих, спортивных и волонтерских проектах и акциях. На счету нашей молодежи сотни добрых дел – от озеленения населенных пунктов и трудовых десантов до помощи пожилым людям, поддержки медработников в период борьбы с COVID-19. Об этом и не только говорили на 37-й конференции Брестского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Сегодня мы подводим итоги работы за 2023 год Брестской городской организации БРСМ. По результатам 2023 года, на самом деле, Брестская городской организации есть чем гордиться. В первую очередь мы возросли численно. Порядка 4200 молодых людей пополнили ряды организации за 2023 год. Если касаться работы студенческих отрядов, мы тоже приумножили свои показатели на 197 человек. Ну и, конечно же, те конкурсы республиканские, как «Студия для Беларуси», «Мисс Весна» были в этом году за Брестской городской организацией. В настоящее время ни у кого уже нет сомнений, что без инновационной активности невозможно обеспечить качественную работу. И городской комитет ООО БРСМ стремится не отставать от современных тенденций во всех 9 направлениях своей деятельности, включая и патриотическое воспитание молодежи. Система мер по формированию у молодежи высокого патриотического сознания основывается на государственной программе патриотического воспитания и реализуется разными методами и формами. Для этого постоянно изучаются современные тренды и применение их на практике для формирования жизненных ценностей у молодежи. Я считаю, что сегодня как никогда важно участие молодежи в таких мероприятиях, чтобы понимать, куда нам двигаться дальше, для того, чтобы вырабатывать современные методы решения существующих проблем. И мне кажется, что сегодня каждый молодой человек должен принять участие в жизни своей страны и в ее будущем, в построении ее будущего. Есть множество идей, различных молодежных инициатив, различных молодежных мероприятий, потому что мне кажется, что сегодня очень важно, чтобы молодежь была вовлечена в патриотическую деятельность, в творческую деятельность на благо нашей страны. Конечно же, нужно работать с подрастающим поколением, вести работу в школах для того, чтобы гражданин чувствовал свою связь с государством, скажем, начиная от школы и заканчивая там институтом и своей дальнейшей последующей жизни, для того, чтобы не было вот этого разрыва, чтобы он всю свою жизнь чувствовал связь с государством. 2024 год объявлен в нашей стране годом качества, поэтому в своей деятельности Брестский городской комитет БРСМ в первую очередь ставит задачу выйти на более качественный уровень работы в своих направлениях деятельности. Именно молодежь должна стать воплощением всех идей и составляющих этого года, таких как повышение качества жизни, стимулирование инициативы, формирование ответственности за результаты своего труда и чувство сопричастности к будущему страны.